диковин. Для многих из вас сейчас действует период здравого взгляда на происходящее. Поэтому не без вашего участия и желания жизнь станет более серьезной, размеренной и спокойной. Причем не только у вас. Телец. День неоднозначный. Сегодня могут всплыть ваши старые огрехи и ошибки, и вам придется за них отчитываться. Поэтому, если вы знаете, где совершили оплошность, то постарайтесь принять соответствующие меры. Близнецы. День ответственный. Вам имеет смысл посвятить сегодняшний день пересмотру существующего положения, наметить планы и, по мере возможности, приступить к их осуществлению. Рак. День ответственный и очень хороший для решительных действий. Не исключено, что то и дело начнут возникать удачные условия для реализации ваших многочисленных проектов, на выработку и создание которых сегодня не поскупится ваша буйно работающая фантазия. Лев. Сегодня вы будете способны очень многого достичь, как в деловой жизни, так и в личной. Вы сможете воочию убедиться в том, что ваши прошлые заслуги и надежная репутация открывают перед вами любую заветную дверь. Дева. День весьма неоднозначный, потому что непредсказуемые, неожиданные обстоятельства могут в корне менять события. Раз так, то важные дела пока лучше на время отложить, иначе можно завалить их, еще и не начав. Весы. Этот день принесет успех тем из вас, кто решил зарекомендовать себя в качестве первоклассного специалиста или захотел покорить чье-то сердце нестандартным поступком. Скорпион. День ответственный и благоприятный для начала новых и смелых проектов, для выяснения отношений и важных переговоров по ослаблению напряженности в ваших отношениях с людьми. Стрелец. День неоднозначный и ответственный, хотя, на первый взгляд, он и не несет никакого напряжения. Но учтите, чтобы справиться с преградами, которые могут встретиться на вашем пути, надо всегда быть во всеоружии. Козерог. Добиться успеха сегодня вам не помешают ни мелкие дела, ни отвлекающие звонки, ни недостаток информации, ибо из всего этого многообразия вы сумеете безошибочно выделять главное, распознавать, откуда дует ветер, и определять, что же вам предпочесть. Водолей. Старайтесь внимательно слушать, что вам будут сегодня говорить. И тогда даже из пустых разговоров вы сможете извлечь интересную информацию, вооружившись которой будет проще понять, как вам себя вести в той или иной ситуации с тем или иным человеком. Рыбы. День неоднозначный, хотя, скорее всего, никаких срывов, ваших планов или иных неприятных сюрпризов не ожидается. А если что и случится, то вы не примете происходящее близко к сердцу, разумно придя к мысли, что оно того не стоит.